Сейчас мы проведем с тобой медитацию. И она будет направлена на твое расслабление. Это время, которое ты должна посвятить себе. Твои мысли только о тебе. Мы будем расслабляться. Мы будем отпускать все то, что ты накопила за всю свою жизнь. Все то, что осталось у тебя на лице. То напряжение в твоих глазах, в твоих губах. Мы все это отпустим. Слишком долго ты носила это в себе. Глубокое расслабление поможет тебе. И я прошу тебя лечь. И чтобы тебе никто не мешал, останься наедине с собой. Только ты и мой голос. Тебе не нужно на меня смотреть. Устройся поудобнее. Почувствуй, как твое тело хочет отдохнуть. Почувствуй, как оно нуждается в твоей заботе. И ты лежишь удобно. Делаешь глубокий вдох и такой же медленный глубокий выдох, и ты дышишь легко, и свободно. И с каждым выдохом ты отпускаешь напряжение из своего тела. Ты чувствуешь, как оно уходит. И ты продолжаешь дышать глубоко и свободно. И ты чувствуешь, как поднимается и опускается твоя грудная клетка. Поднимается и опускается. И с каждым разом твое расслабление усиливается. И ты переводишь свое внимание на стопы ног. И мысленно даешь им команду расслабиться. Мои ноги, мои стопы расслабляются. Расслабляются. Ты чувствуешь тяжесть в них. Чувствуешь, как они утопают в твоем расслаблении
и ты переводишь внимание на свои щиколотки. И даешь им команду расслабиться. Расслабиться. И ты продолжаешь дышать легко и свободно. И ты даешь команду расслабиться своим икрам, отпустить в них все напряжение. Напряжение уходит. И ты переводишь внимание на свои колени. И даешь им команду расслабиться. Твои колени расслаблены. Они ждали этого расслабления. Ждали это внимание. Твои бедра расслаблены. Ты переводишь внимание на них и даешь команду расслабиться. Внутренний взор направляется в область таза. Ты делаешь глубокий вдох, выдох и даешь команду своему тазу расслабиться. Всепоглощающее расслабление, теплая волна направляется во всю нижнюю часть твоего тела. Ты чувствуешь, как оно растворяется. Тебе ничего не мешает. Почувствуй. И ты переводишь внимание на свой живот. В нем скопилось много страха, много напряжения. И ты даешь себе команду расслабиться. Ты делаешь глубокий вдох, выдох. И твой живот, как по волшебству, расслабляется. Почувствуй наполнение. Расслаблением. Вот так. Магическая сила расслабления. И ты переводишь внимание чуть выше, на твое солнечное сплетение. Твоя диафрагма. Сколько раз она замирала в моменте.
моменты стресса, когда ты боялась сделать вдох, когда ты останавливала свое дыхание, и сейчас тебе ничего не мешает, ты дышишь. Дышать легко и бесконечно свободно. Только здесь, только на этой земле. Ты можешь так дышать. Насыщаться им, быть живой только здесь, только в этом моменте. Ты не сможешь дышать в будущем, ты не можешь дышать в прошлом, ты дышишь здесь. Сейчас со мной наслаждайся этим вдохом, как самым дорогим, что у тебя есть. Дыхание и есть твоя жизнь. Питай себя этим. Цени это. Чувствуй себя живой. Это миг в бесконечной вселенной. Все вечное и бесконечное безумно тоскует по возможности сделать живой вдох. Вдох человеческим телом. Ты переводишь внимание на свою грудную клетку. Там бьется твое сердце. Самый добрый, самый ласковый, улыбкой, на которую ты способна. И направляй туда это тепло, эту благодарность жизни. Чувствуй, как сердце улыбается тебе в ответ. Почувствуй, что эта улыбка уже не твоя. Это оно дает тебе отклик. Чувствуй.
и ты направляешь туда расслабление. Твое сердце хочет расслабиться. Оно отпускает боль. Оно отпускает волнение. Ты погружаешься. Эти волны, долгожданные, неизведанные еще тобой, вселенское расслабление, почувствуй. Ты захвачены этим расслаблением. Как давно ты в нем нуждалась? Еще больше. Вся грудная клетка расслаблена. Еще больше. Твои плечи расслаблены. Ключицы расслаблены. Твои легкие расслаблены. Ты растекаешься, расплываешься. Ты растворяешься. Ты почти не чувствуешь тела и продолжаешь следовать за моим голосом. Выполняешь то, что я прошу. Это важно. Ты чувствуешь эту энергию. Дай еще больше себе расслабления. Зайди дальше за эту грань расслабления. Нет предела твоему расслаблению. Еще больше. Да. Погружай себя в это расслабление. Почти у цели. И твое внимание переходит на шею. Сколько там несказанных слов. Сколько там стоит напряжение.
Отпускай. Просто отпускай с дыханием. Дыши и отпускай. Пусть твой выдох будет с голосом. Чувствуй, как много голоса ты можешь отдать в дыхание. Громче или тише. Отдай с дыханием свой голос. Пускай там пронесутся все слова, которые были не сказаны. Никто не слышит, тут только ты и я. Вот так. Это выдох освобождения. Разреши себе звучать. Убирай запреты, пускай выйдет все с дыханием. Еще раз. Еще раз. Уже легче. Уже легче. И ты переводишь свое внимание на лицо. Твой лоб всегда накапливает электричество. Дай ему команду расслабиться, пусть брови опустятся и переносится расслабиться. Почувствуй, отпускай, отпускай, все отпускай, все мысли. Пускай веки тяжелые струятся вниз, вниз, в бок, к вискам. Отпускай все. Они устали. Они хотят расслабиться. Дай им возможность расслабиться, ничего не искать, никого не видеть. Почувствуй, как они расслабляются. Как вся твоя энергия расслабления принадлежит глазам. Еще. Все напряжение уходит.
просто заботишься о них. Волна расслабления коснулась твоих глаз. Соскучились по расслаблению. Как давно их не касалось. Энергия расслабления. Дай им это. Пускай стекают вниз. Пускай исчезают. В энергию, в невесомость. Твои губы, дай команду губам убрать напряжение. Они мягкие, теплые, приоткрытые. И вслед за ними расслабляется челюсть. Отпускай. Чуть приоткрой. И пусть она стремится вниз. Да. Мышцы полностью расслаблены. Зайди за большую грань. Перейди этот рубеж. Тебе кажется, что ты уже расслаблена, но есть еще один уровень. Следующий. И еще. Почти там, глубоко-глубоко, вне своего тела. Отпусти свое тело. Совершай этот полет. Ты в невесомости. У тебя нет границ. Ты можешь летать куда хочешь, где хочешь. И ты прилетаешь к себе. Самый центр своего я. И
посылаешь себе. Самое важное, что ты можешь дать. Свое внимание. Свою заботу. Свою любовь. Скажи себе мысленно. У меня нет никого ближе, чем ты. Ведь ты самый мой верный друг. Ведь ты всегда со мной, а я тебя порой не вижу, не чувствую, не замечаю. Я потеряю тебя. Я стану чистым духом. У меня не будет этих глаз, этого лица, этих рук, этих губ. Я стану духом. Бестелесным. И я не смогу к себе обратиться, потому что я превращусь в бесконечность, в единство, где нет персон, где нет разделенности, где нет отдельности. Только сейчас, в этой жизни, я могу ощущать себя как нечто отдельное, существующее, материальное, живое. Я буду по тебе скучать и вспоминать, какой я была, а сейчас ты у меня есть, моя родная, мой самый дорогой человек. Я принимаю тебя во всем. Когда я буду в вечности, я буду помнить неповторимость твоей души. Я буду так тосковать по твоему голосу, по твоим ошибкам, по твоей жизни. Безумно тебя люблю. Благодарю за все. За все. Почувствуй свою любовь. Самую сильную, самую важную, самую вечную — любовь к себе. Ты у себя есть. Это момент. Когда ты существуешь.
принадлежать себе. Когда ты неповторима и свободна. Люби этот момент. Дух знает, что это миг. И ты знай. Наслаждайся тем, что ты есть. Люби себя. Дари себе возможность. Оберегай себя. Это такое счастье быть собой. Твой момент бытия, у которого есть начало и конец. И мы с тобой живем в одно время. У нас общее пространство. Почувствуй это расслабление. Соединение с собой. Как же это прекрасно быть живой. Это бесконечно прекрасно. Давай любить это вместе. Дыши. Делай этот вдох. Я через несколько минут покину тебя.